Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Итон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в тель-авивской студии замечательная гостья, моя коллега Илана Михаэли. А по скайпу с нами главный редактор лучшего радио Цви Зильберт. Цви, рада тебя приветствовать. Добрый день! Добрый день! Привет, добрый день! Хотел с вами обсудить экономическую, можно сказать, тему. Создали у нас как будто бы новое правительство. 28 министров, 6 заместителей. Это, конечно, лучше, чем 36, то, что было до этого. И все же, 320 миллионов шекелей в год. Это много или мало, Цви? Ну, как ответить на такой вопрос? Я не знаю, как ответить на такой вопрос. По масштабам, по размаху израильских правительств, которые мы здесь видим от разу к разу, это, конечно, не так много, потому что прошлое правительство у нас было гораздо более объемным и масштабным. Но я думаю, что проблема кроется не в количестве министерств. Количество министерств, оно раздражает. Тем более, что сам Яир Лапид когда-то обещал и даже принимал закон, что не может быть больше 18. Совершенно верно. Но у нас по-другому не получаются коалиции. И прошлая коалиция у нас была сколько? 36 министров, да? То есть мы и замминистров. Мы фактически от 10 избавились. То есть это уже прогресс. Но проблема состоит в том, что у нас создается какое-нибудь пустое, лишенное смысла министерство, какое-нибудь там министерство стратегического планирования или какое-нибудь там министерство по делам высшего образования, и оно существует, его никто не закрывает. В следующей коалиции, может быть, оно не нужно, никто не назначает министра, но номинально оно зависает в воздухе, и номинально там, например, глава правительства считается министром, без назначения министра в это министерство. И оно в том или ином виде продолжает существовать. Там есть гендиректор, там есть секретарь, кто-нибудь еще, наверное. Может быть, там еще какой-нибудь отдел работает, 2-3 эксперта. Это в зависимости от того, какое министерство. И, соответственно, появление там министра и какого-то годового бюджета, ну да, оно увеличит расходы. Но обычно таких министерств бюджет маленький, копеечный. Несколько миллионов шекелей в год, не считая зарплаты. Да, поэтому я бы не стал так прям сильно зацикливаться на количестве министерств. У нас на самом деле позади колоссальный экономический кризис, который был связан не позади, а мы еще, собственно говоря, в нем находимся, связанный с эпидемией коронавируса. Да, потому что у нас вот-вот заканчиваются бюджеты, выделенные на оплату пособий по безработице тем, кто был отправлен в отпуск за свой счет. Вот буквально до следующего месяца люди будут получать деньги, а что делать потом? Вот Исраэль Кац предлагал программы стоимостью около 50 миллиардов шекелей о том, чтобы продлить получение этой помощи. Эксперты, экономисты и промышленники против, потому что ситуация идиотская. Везде требуются работники, но никто не хочет работать. Все хотят получать пособие. И это очень нездоровая ситуация для экономики. Банк Израиля говорит на это, что давайте мы будем платить, но только тем, кто старше 50, потому что им труднее найти работу. Но, конечно, решение будет принимать следующий министр финансов, которым станет Авигдор Либерман. Теперь давайте не забывать, что мы только что перенесли военную операцию. Еще не решен вопрос о выплате компенсации, потому что по программе Исраэля Каца, которую оппозиция подвергла критике, компенсация прямого ущерба от попадания ракет полагается только в 40-километровой зоне. То есть те бизнесы, которые были закрыты в центре страны, то есть за пределами 40-километровой зоны от сектора газа, фактически не могут требовать компенсации. Это мы говорим только о прямой компенсации, да? Потому что наверняка будет еще поднят вопрос о косвенной компенсации за потерю трудовых дней там и так далее, и так далее. То есть это тоже еще вопрос наверняка нескольких миллиардов шекелей выплаты этих компенсаций. И нельзя не вспомнить 50 с чем-то миллиардов шекелей, которые пообещали Мансуру Аббасу на арабский сектор. Совершенно верно.
Да, но это бюджет, который выделен на 5 лет, то есть, соответственно, где-то по 10 миллиардов шекелей в год. Но, в отличие от финансирования, которое выделяется ортодоксам, этот бюджет пойдет не на медресе и не на мечети. Этот бюджет все-таки пойдет на инфраструктуру, а по развитию инфраструктуры этот сектор не развивался очень-очень много десятилетий. И там действительно давно назрело обновление инфраструктур. И большая часть этих денег пойдет на такие вещи, на которые и так государство было бы вынуждено деньги выделять. И, кроме того, давайте не забывать, что Бенямин Нетаньяху тоже обещал им астрономические суммы на помощь. Вот, поэтому 10 миллиардов шекелей в год при учете, что мы резко сократим помощь ультраортодоксам, ну, это, конечно, много, и можно было бы обойтись без этого, но на сегодняшний день это насущно, иначе не будет правительственной коалиции, потому что тот же Аббас должен показать своему избирателю, что он принес им в клювике что-то очень реальное, а если это будут просто какие-то пустые декларации, то, конечно же, он лишится своей поддержки в арабском секторе. Илана, скажи, пожалуйста, а может быть не успеют Махмуд Аббас вот эти миллиарды получить свои? Ты так говоришь, Саша, как будто бы ты считаешь, что этого не должно быть. То есть нет, ты считаешь, что не надо отдавать арабскому сектору денег? Я не говорю, я просто говорю, что относительно жизнеспособности правительства нынешнего. Мы никто не знаем. Я полагаю, что это правительство при всех сложностях будет очень сильно бороться за свое существование. Потому что, давайте не забывать, что каждый из них в отдельности сегодня, кроме Лапида, который, мне кажется, себя зарекомендовал очень хорошо, и на следующих выборах получит еще больше мандатов, с моей точки зрения, потому что он был тем, кто, собственно, инициировал вот это правительство, и тем, кто не отказался никогда от своих взглядов. Да? А все остальные, они очень не хотят выборов. Потому что никто из них не знает, чем они закончатся. Ни Теква Хадаша, ни Эмина, ни Авуда, никто. Поэтому, я думаю, будут очень сильно держаться за это правительство и пытаться решить порой, видимо, неразрешаемые или очень проблемные вопросы. Но я надеюсь на их здравый смысл и на то, что они все понимают, что, собственно говоря, уже раз сказавши А, надо теперь сказать Б и доказать, что они чего-то стоят. В любом случае... А пока что сегодня уже начался шум и гам, потому что представитель партии Мерец Тамар Зандберг выступила сегодня с законопроектом в Кнессете о том, что религиозным, которые учились в ешивах, например, и решили то, что называется лахзор бешейла, то есть уйти от религии, надо давать подъемные в размере там 100 тысяч шекелей на каждого, с тем, чтобы они могли начать новую жизнь, что, с моей точки зрения, абсолютно справедливо, потому что эти люди, от которых в результате этих поступков, например, отказываются их семьи, и они становятся абсолютно одинокими, никому не нужными в своих метаниях, их надо поддержать. Но, конечно, визг и крик, который поднялся в лагере религиозно умеренно неумеренных сил, он не поддается никакому описанию, и это только начало, потому что мы же понимаем, что будет дальше, потому что, конечно, отлучили от кассы взаимопомощи, которая работала десятилетиями в одном направлении. И спокойно не будет. Я бы все-таки вот, наверное, я ЦВИ спрошу об этом. ЦВИ, можно ли столь категорично заявлять, говорить, что ортодоксов отключили от кормушки? Я не сказала кормушки, я сказала взаимопомощи. Да, это я сказал. Вопрос, конечно, интересный. То, что на финансовых потоках у нас будет сидеть партия «Наш дом Израиль», заставляет ортодоксов нервничать. И Министерство финансов, и финансовая комиссия Кнессета. Это заставляет ортодоксов нервничать, тем более, что Либерман озвучивал на протяжении всех своих предвыборных кампаний такие лозунги, что обусловить дотации ешивам, как учебным заведениям, количеством призывников от каждой ешивы, обусловить предоставление пособий этим ешивам изучением там основных предметов математики и английского языка и многие-многие другие вещи. Поэтому
Здесь трудно предположить, что Виктор Либерман будет к ним щедрым. Конечно, правые партии, такие как Теква Хадаша и Ямина, не захотят бить с ортодоксами посуду, потому что они уже смотрят в будущее на какую-нибудь коалицию правую, без Лапида и без Либермана и без левых партий, ну, например, с ортодоксами и с Ликудом. Они уже поглядывают туда в будущее, поэтому можно предположить, что они захотят сохранить в каком-то виде отношения с ортодоксами, но, с другой стороны, сами ортодоксы разбили горшки. Посмотрите, что творится, посмотрите, какой гевалт, посмотрите, как они кричат «Беннет, сними кипу». И Галю Амиру они не кричали «Сними кипу», а Беннету, который еще ничего плохого им не сделал, они кричат «Сними кипу». И они призвали весь свой сектор никоим образом не сотрудничать с новым правительством. Например, ультраортодоксальные СМИ не будут транслировать инаугурацию правительства и не будут ничего своим читателям, зрителям, слушателям, ничего не будут об этом правительстве рассказывать, что, в общем-то, тоже как бы вызывает знаки вопроса. Они сказали, что если появятся какие-то ультраортодоксы, которые будут общаться с правительством от имени их сектора, то этих людей немедленно надо бойкотировать и заявить, что они никого не представляют. И так далее. То есть они сами пошли на экстремальные меры, учитывая, что к ним ходили и от Беннета, и от Сара, и Зеева Элькин их уговаривал, их умоляли, им предлагали довольно широкие преференции, чтобы они помогли сформировать правительство, но они хранили верность Биби. Поэтому они сейчас оказались в такой ситуации, что они уже не могут дать задний ход, не потеряв лицо. И им страшно. Они не понимают, что происходит. Им страшно. Они не знают, что будет. Ведь деньги, которые получили Ишивы, заканчиваются в июле. То есть, таким образом, значит, новое правительство должно утвердить бюджет и выделить финансирование на Ишивы, иначе они останутся без денег. Кроме того, давайте не забывать, что пожертвования на ишивы и всякие богоугодные дела зашиты у нас практически в бюджете каждого министерства, каждого ведомства, каждого муниципалитета. Вот сделайте эксперимент, Я не знаю, в каком городе вы живете, зайдите на сайт своего муниципалитета, откройте годовой финансовый отчет, и там есть такой раздел, который называется «Тмихот». Это вот деньги, которые государство дает на общественные нужды, общественным организациям. И я вот готов вам подписать, что там 75% организаций, получающих тмихот, в любом городе Израиля. Если не больше. Но не в любом. Илана, поэтому не даст соврать, в Тель-Авиве не так. Нет, в Тель-Авиве мы помогаем Ешеве, с которой мы живем в мире и согласии, которая возглавляема абсолютно вменяемым, интеллигентным человеком, и у нас мир и дружба, и сотрудничество, и взаимопонимание. Поэтому это совсем не обязательно. Цвик абсолютно прав, что религиозные партии побили сами все горшки и сделали все возможное для того, чтобы отвратить Может быть, это то, что на иврите называется «отсага», это как бы театральный жест. Нет, но это спектакль уже тогда очень серьезный, то есть это уже на Оскара претендует этот спектакль. Хотя все может быть, да. И я вовсе не удивлюсь, если они посмотрят, увидят, что правительство не пало, например, что оно жизнеспособно. И, конечно же, пересмотрят свое мнение, конечно же, в какой-то момент к нему присоединятся, если они увидят, что Ликуд надолго засел в оппозиции, их это абсолютно не устроит, и они, конечно, найдут путь, чтобы идти с теми, кто сильнее, у кого есть финансы. Компромисс. Ну, политика, назови искусство это компромиссом. Да. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.